Приветствую вас, ребята и девчата, вы на канале Ярик Плей, и мы продолжаем с вами проходить историю наших двух друганов и Павла, которого они нашли где-то там. Очередное нападение на нас, но мы уже в состоянии отбиться, но вот проблема, Павла получил глубокое ранение. Глубокое? Я просто ранен, еще не смертельно. Наше главное изберечь нашего повара. Так, Марка опечален. Опечален. Так, давайте скушаем сначала консерву. Не хочу просто так тратить мясо для такой подготовки. Так, повар, ты останешься еще здесь. Ты у нас тоже что-нибудь придумаешь? Сейчас винтик мы на тебя наложили. Ты тоже покушаешь. Иди, разведчик, давай. Скорее разобраться и начать перегонку самогона в чистый спирт. Для этого у нас нам нужны, кажется, электродетали. Ну-ка. Вот, да, и шестеренки. Ну, термометр-то мы с вами, конечно, сделаем терморегулятор. Благо, холода еще не наступили, серьезно. Много патронов можно изготовить, 28 гильз, 27 пороха, так, собственно, 20 патронов, что? Починить еще можно оружие, гитара поломанная, да, короче, есть что тут покрафтить. Так, очиститель воды, ага, вот сейчас зарядим. Сейчас мы зарядим, посмотрим, может, еще торговец придет. А это не торговец, это, кстати, персонаж, она хорошо торгуется, помню, кажется, Катя зовут. Если она сейчас нам, скорее всего, она присоединится к нам. Это будет вообще замечательнейшая связочка. Ну-ка. Кажется, ее зовут Катя. Катерина, что-то такое, ну-ка. Жаль. Так, можно мне пожить с вами, мне некуда идти. Давай-ка посмотрим, что там скажешь. Привет, я Катя, да? Как я и догадался. Пока не началось это безумие, я работала репортером. Я первый узнавал свежие новости, встречалась с выжившими людьми, много путешествовал. Теперь я даже не знаю, где моя семья. Я надеюсь, что они просто скрываются. У них все хорошо, я останусь здесь, пока не закончится бой. Да? Да. Ты же у нас хорошо торгуешься. Отлично. Только слегка больной и устал. Слегка больной и устал. В общем, отдыхай, потребуется еще кровать. Это очень хорошо, что у нас торговец есть, профессиональный, да? Блин, а какая у тебя вместимость сумки? Сейчас посмотрим. Я уже не помню, то ли там 12, скорее всего, что-то такое. Тогда не зря поставил еще мышеловку. Тогда нам нужно поскорее еще ходить в рассадник растений. Это мы все перегоним, да, 5 штучек. Держим спиртягу. Ну, чистый спирт вообще будет на вес золота. И с учетом этой торговки мы вообще полностью можем опустошить торговца. Классно, просто великолепно. Что ж, будем разведывать, улучшать его только и продержимся спокойно до конца, если каких-то жестких событий не случилось. Даже гитара. Но нам сейчас нет гитары. О, сразу можно. Вот, грядки для трав. Вот. Тогда с пригонкой спирта мы подождем, а грядки для трав нам нужно просто там куда поставить. Далековато, но да сойдет. Давай, Бруно. И вот тут мы потратили очень много, конечно, компонентов. Ну, это ладно, это все не страшно, это все торговцы получат. Посмотрим, надо ли улучшать, чтобы овощи выращивать. Ну, вроде бы там нужно. Давай, Бром. Что, хочешь какой-то комментарий дать, да? Восхищаюсь тем, как он разделался с бандитами. Марка крепкий орешек, да? А ты у нас крепкий курильщик. А у тебя, кстати, есть какие-нибудь зависимости? Кофе, да. Вот, она у нас пьет кофе. Ну, хорошо, что у нас есть кофе и вода. На самом-то деле. Кофеманка. Да, собственно, как и я. Так, отлично.
требуется удобрение, удобрение и трава. Ага, а улучшение, небось, стоит очень дорого. Ну, не то чтобы дорого, но да. Тут нам нужны и запчасти, и электрические детали, и, собственно, компоненты. Ну что ж, заканчиваем день. И будем думать. Я бы поискал в первую очередь еду. Все остальное то у нас будет. Так, слегка больна, спи. Ой, надеюсь, тебя не ранят, Бруно. Очень не хотелось бы строить площадку. Я еще не хочу со снайперами. Центральная площадь требуется осторожность. Так. Можем, конечно, зайти туда. Но думаю, там уже все печально. С теми, кого мы обрали, этих пенсионеров. Гостиница. Тут требуется осторожность. А, мы туда тоже ходили, смотрели, что там. Ну, давайте. Помню, там какие-то у нас люди были. Надо бы взглянуть. Автомат я не беру. И можно уже взять. Мало ли получится как-то скрытно все это сделать. Давай, Марк. Посмотрим, что у нас тут. А, этот безумец, я не туда пошел. Ай-яй-яй-яй. О, нет, придется сейчас тут все вручную еще выгребать. Ну ладно. Небось эта дверь заперта, да? Надеюсь, она открывается. Просто вскроем все тут. Прошу прощения за глупость. Просто зря прошел денек. Ну и не зря, конечно. О, борьба с преступностью, да. Надеюсь, на нас не напали бы. Вообще ужасно. Что-то у нас ничего не притащил. Жаль, не нашел ничего полезного. Я правда старался. Так, кто у нас пришла? Все только говна. Хорошо, собираем. Уступи дорогу Марку. Я очень на тебя надеюсь. А пока мы ждем торговца, послушаем радио. Узнаем, что мы ценно. Посмотрим, кстати, вообще на цене, почему сперва будет как-то. Так, сейчас почти все жены получили этих сомнительных источников. Подробно узнаем значительно кладение. Понятно, да, взлетел в цене. Так, у нас есть лопата, кстати. Да, есть и лопата, и лом. Я думаю, что другую локацию надо искать. Можно пойти попробовать со снайпером разобраться. Так, ну что, торговец, ты появишься сегодня или нет?
локация есть. Мы сможем с тобой договориться. Видимо, нет. Ну ладно. Закончу день. Так, ты у нас спим. Ты у нас охраняй. Ты на всякий случай тоже охраняй. Надо добывать. Так, 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 так. В порт. Я помню, что там нам предложат выехать, но у нас нет ничего такого. Так, старый город. О! Вот тут ничего нет. Так, старый город представляет собой правильный котел. Много еды, огромное количество материалов, много лекарств. Ну что, добытчик, позаботимся о том, чтобы у тебя было все для вскрытия, и направимся. Главное, чтобы не были нужны вот эти резки по металлу. Кажется, кто-то укрепил этот дом здесь пустые. Так, тут кого-то завалило завалами, судя по всему, или это не человек, спасибо. Пойдем дальше, посмотрим, что у нас тут. Так, что у нас тут? Так, там кто-то есть, ну-ка. Укрепленная дверь, свежие следы указывают на то, что здесь жили какие-то люди, прежде чем мы потом попробуем. Ну, так, что у нас тут? А, фу, мышка. Так, значит, с другой стороны, посмотрим, что у нас тут. Ага. Небось, так просто я туда не попаду. Хотя попаду. Так, тут у нас тоже восьмышка. А, сесть можешь тут. Укрепление тут было. Хорошо. Так, хорошо. Просто с этим понятно. Давайте посмотрим, что происходит. И, прежде всего, проспектить. Что тут такое есть? Да уж. Написали бы, что требуется какая-то осторожность, потому что там что-то написано по этому поводу. Так, тут мы все забираем и перетаскиваем. Давай время у нас в обрез. Здесь вот, собственно, все эксплодируем. Попробуем через верх как-то перебраться. Написано, что с той стороны открывается. Тут прямо у нас не идет. Так, интересно, что пока остановимся. Спустимся вниз. Так, как тут тогда подняться? Сейчас будем смотреть, если не сможем. Придумаем что-нибудь. Так, тут еще много всего. Так, сначала будем открыть дверь. Все равно все сейчас туда перетаскивать. Времени немного. Так, она, отлично. Давайте сейчас сначала поймем, как добраться к воде. К воде. Через верх. Ага, нажив. Только
только с помощью ножовки. Ну хорошо. Тогда давай не терять времени, заберем сейчас все компоненты, например, детали. Шестереночки. Достаточно про запас, думаю, торговец придет. Сейчас совсем разберемся. День 21. Да, ты хорошо притащил очень много компонентов. Хорош. Так, ну тут же придется готовить и важно из чего. 4 пункта. Ставим фильтр. Их можно еще будет накрафтить. Надеюсь, что сейчас тоже торговец придет. Без него проходить было бы, конечно, намного тяжелее. Так, Павла. Будем делать дровишки. Ты у нас тоже идет. Поешь и делай дровишки, ожидаем. Сразу на максимум закинем. Дровишки. Искренка древесина. Используем для чего? Все же надеюсь на тебя, где ты, торговец? Ты нам нужен? Я не проживу без тебя долго. А? Я понял. Торговца, видимо, не будет. Так, про запас сделаем еще. Хотя бы так. Вот. Ты у нас отдыхай. Ты у нас все-таки подкинешь дровишки. Ножовочку сейчас сделаем. Так, нужно. Так. Все, забили на максимум. Отлично, становится теплее. Загреваемся. Завершаем день. Так, ну, разумеется, на волоску пойдешь. Ты все еще печален. Видимо, ему надоело так ходить. Так, охраняй. А, ножовочку не сделал. Центральная площадь, возможен обмен. Поэтому сможем, конечно, сходить еще сюда. Так, там все было зачищено. В порт тоже не хочу. Здесь все было зачищено. В бензоколонке тоже все было зачищено. В гостинице не хочу. Блокпост не хочу. Требуется осторожность, может быть, получится. Так, возьмем лопату. Вот. И посмотрим, что у нас на центральной площади. Возможно, он тоже под обстрелом находится, да? Ага, вон. Торговля продолжается. Еще один момент.
хорошо. Да, уже. Ну тут по минимуму. Поторгуемся, если он будет видеть. Смотрите, как много людей. Так, эй, приятель, нам нужен материал. Нужно древесину. Ну что? Зачем тебе? Так не пойдет больше. Поломано. Штука, конечно, можно все это взять, хорошо. Кто-нибудь еще торгует? Так, ага, и ты торгуешь неплохо. Это нам пригодится. Слушайте, классно. Это вообще классно. У тебя есть все, что нужно. Так, а если я начну взламывать, я думаю, что это не понравится, да? Там много кто живет, ну, допустим. Вряд ли это понравится, да? Что там взламывать. Такой чувак пришел, начинает взламывать. Так, тут крысы, тут крысы. Я понял, я вижу. Я попробую, может быть, сюда. Ты же не против, девочка? Девушка. Вот так, не, а, значит, здесь можно порыться. Хорошо. Так. Ну что, побежала сюда. Я просто хочу собрать хоть что-нибудь здесь. Таки тоже игрушку даже можно скинуть. Так, давайте как дальше посмотрим, тогда неплохо. Реально хорошо, что у тебя есть лопаточка. Сюда можно зайти и поторговать воду и сахар для спирта, еще что-нибудь купить. Не грабить, а тут тоже не сам хочу слишком много людей. С учетом того, что мы из этого всего сделали. Давай, давай. Тут у нас какие-то припасики, а тут прям вообще шансы. Убежище. День 22. Ты очень много. А, на нас напали. Потратили 7 патронов, чтобы отбиться. Ну ничего, я принес намного больше. Так. Тут у нас отдыхает. Нужна уже древесина. Так, а запчастей уже много. 9, да? Значит, нужно восстановить будет дробаши. Так,
Нам тут нужны овощи. Ну, ты кушать хочешь. А, и там уже поймала. Хорошо. Так. Ага. Патроны, патроны. Патроны, ладно. Пока нет. Или бронежилет нет. Давайте дробашу оставим. Так, убери-ка мышеловочку. Потом будешь сидеть на стуле, Екатерина. Ну что, пока нет. Хотя, по идее, он уже должен прийти. Достаточно дебильный. Может, забудовался, конечно. Даже не забудовался, так справимся. Да, забудовался. Так аж... О, ну наконец-то. Не прошло и года. Иди сюда. Как же ты долго к нам добирался. Тут же все заждались тебя. Посмотрим, надеюсь, ты что-то ценное принес. Покажите мне, что хотите получить. Так, книгу тоже. Теперь посмотрим, что у нас с алкоголем. Так, интересно, будем меняться. Интересно, будем меняться. Если так, вы, наверное, шутите. Так не пойдет, давай больше. То есть смогу дороже, чем чистый спирт. Очень щедро с моей стороны. В принципе, это малая цена. У тебя еще и сахар есть, я еще наварю. Так, еще один патрончик добавить. Отлично, мы договорились. Так. Так, ты у нас будешь делать патроны для отца. Будем тут и занять вас сегодня.
другой стороны, у нас все это и есть. Надо тогда еще раз сейчас посмотреть, что нам нужно для улучшения. Еда в приоритете. Микстрон снова может подождать. Так, хорошо. Короче, все упирается в электрические детали. И ультрафиолетовую лампу. То есть это у нас... Надо искать, будет ли пускай где-то торговать. Так, ладно, отдохни-ка. Сейчас сбегаю в предыдущую локацию, посмотрим. Кто-нибудь торгует электрическими деталями. И сбегаем мы, пожалуй, тобой, Екатерина. Оружие продадим, может, купим там то, что починить можно. Тем более, ты хорошо торгуешься, явно видим вкус. Так, завершаем день, патроны ты все еще не сделала, но неудивительно. Так, ты у нас спи, ты у нас спи. Точнее, ты у нас опечален, да. Ты у нас спи, Павла охраняет, ты пойдешь добывать. А, смотрите, какая центральная, невозможно браться из боев. Тогда меня приоритета. Ты у нас охраняешь, ты у нас тоже можешь охранять. В порт. Можно сгонять в порт, кстати. Нам нужно там 8 будет вазиков, так что смысла еще нет. Аэропорт. Ладно, готовим тебя к вылазке. Очередной. Опасной. Отлично. Давай. Посмотрим, сколько у вас в аэропорту. Военные, наверное, захватили аэропорт. Осторожно, здесь могут быть солдаты. Согласен. Так, почему я ничего не вижу? Вообще ничего. Где? Кто-нибудь? А, смотрите, какая большая локация. Я понял. Тогда будем осторожненько искать электродетали. Стой, не открывай, тихонечко пройдем. Ага. Может, это мышка просто, я зря пугаюсь. Так, все вот это. Что, подняться ты сюда разве не сможешь? Ты же... То есть я сюда спрыгнул, а теперь я отсюда выбраться не смогу, что ли, получается. Чувак. Ой. Да, там человек был. Чуть не делался страх. Ладно, придется так разгребать за вот здесь. Этот чувак сюда спрыгнул, а сам себе такую ловушку устроил, блин. Ладно, дорогой, с этой стороны открывается. Обстановка не очень похожа на военного. Найдем тебе радиодетальки и заживем. Мы сможем ни в чем себе не отказывать. Говоря о алкоголе, выращивая все дома, как бы больше жить без вылазок. Мы переживем этот конфликт. Давай. Ну еще со снайперами реально смог разобраться, а то не только обстреливают всех, кому не будет с этой снайперской развязки. А нам что-то не надо. Так, смотрим. Или идет, но не совсем то, что я хотел. Ладно.
выберемся, будет всем чай. Нет, выберемся по первому. Стоит еще стопа. В этом аэропорту, когда ты согласен. Так, ты сможешь как-нибудь сюда забраться? О, хорош. Хорош. Закрываешь. Так, слушай, что это за бокал? Так, сбегаем ты сюда. Главное, чтобы солдаты не показались. Потому что, по-моему, они внизу там. Получить пару пуль не особо хочется. Давай-ка обратно. Маленькое такое место, походу дело, там один вообще человек сидит. Так, все, тоже. Так, тихонечко. Никого. Ладно, рискну. Видимо, проглядел, вместо требуется осторожность, что-то такое, что-то другое было написано. Ну, ладно. А, ё-моё, локаций больше, чем я думал. Так, я скину. Значит, они там, хорошо. Тогда можно разве что сюда еще. Локация больше, чем я думаю. Укрывается солдат, скорее всего, там и укрывается. Да, тогда возвращаемся домой и в следующий раз пойдем еще домой на это видео. Тем временем осталось малок. Нет, мне нужно вернуться, он не успеет. Придет задержка. Да, до 6, у нас есть время. Блин, до 5. Чувак, беги, беги, беги. Удачи, мужик. Беги, давай. Давай, 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 давай. Фух, Марака уже в убежище. 10 минут осталось. Иначе бы он задержался, могли возникнуть проблемы. День 23. Отлично. Сегодня у меня очень хороший урок, да. Кажется, Павел начинает заболевать. Но ничего, спортсмен начинает заболевать, да. Там чуваки постарше тебя, а ты спортсмен заболел. Ну ладно. На этой ноте мы с вами прощаемся. С вами был Ярослав. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч.